мгновение жизни, и всегда вспоминаешь про это мгновение. Это было или радостное, или печальное, или что-то очень трогательное. Когда фотографии связаны с Олимпийскими играми 72-го, это самые такие близкие к сердцу, потому что очень уж было ответственно, в общем, не передать словами, как. И когда борьба шла до сотых, вот перед бревном, ну вот я чувствовала, что я здорово его сделаю. Просто не шатнулся. Если бы нечаянно не подняла я глаза, я увидела, что Ольга на брусьях упала. И вот это меня немножко расслабило. И на бревне вот я шаталась, как осенний листок. После вольных упражнений, когда уже результат был известен, а я еще ничего не знала, не понимая, ну что не надо, на меня все налетели, прыгали, целуют, мол, ты стала олимпийской чемпионкой. Да ладно, шутить, я буду отстаньте от меня, знаете. Я вообще и слова не могла сказать. Что-то звон какой-то стоит, я не пойму, в чем дело. И не верю, и это. И Полина Григорьевна подбежала ко мне, поздравляет, а я так сейчас мурашки по телу там. Сразу смотришь и вспоминаешь, ну вообще, а веришь в победу, когда и чувствуешь, когда на пьедестале стоишь, гимн, флаг и медаль на груди. Гимн, флаг и медаль на груди. Очевидно, смысл этого традиционного ритуала в том, что спортсмен выступает от имени страны. Он не сам по себе, он один из многих, один из нас. И победа его... Она словно общая, наша с вами победа. Абсолютная чемпионка Советского Союза, Европы, мира, Олимпийских игр. Она у нас такая одна, единственная. Людмила Турищева. Но она и есть одна из миллионов. Такая, как все. Студентка, отличница, стихи Есенина любит, музыку Чайковского. Давайте познакомимся с ней поближе. Вот зал. Здесь она всегда и тренируется. Это она. Вы узнали? А это ее тренер. Владислав Степанович Ростороцкий. Заслуженный тренер СССР. Кажется, они связаны невидимой нитью. Отлично, Люда. Повнимательней по повороту, но не стесняясь всего делать. Нога подпирает сзади. Отлично, Люк. Здесь мягче, мягче руками. Круги здесь, здесь уже рисунок, да, корпуса. Так, ничего, ничего. Жестче ноги нужно было. Колесо накатить. И мягче руки пошли, да. Хорошо, повнимательнее перед соскоком. Рисуй руками. Не думай о соскоке. Вот так, длиннее. Теперь дольше толкайся. Оп. Это, в общем, и есть тренерская работа. Понимаешь, рано срываешь. Это маховая нога еще не работала, а ты уже толкнулась передней. Все, будет складка, будет приземление, будет неуверенное. Я тренер не одиночек. Я тренер коллективный. То есть у меня тренируются... Очень много девочек. Я тренер не только талантливых девочек, поэтому дети очень тянутся к моей школе. На скорости, Любаш! Ну, не старайся плечиком сверху прийти, понимаешь? Вот пришла эта ошибка. Как только придешь, такое движение, да? Наташа, мостик должен тебе выбросить обязательно. Так, надави на него. Вот, это уже лучше. Немножко взрывать себя нужно, а то спишь. Спишь. Нет! Да, еще прям короткое движение и скорость. Ничего. Ты перепуганными глазами не смотри. Ты болела 10 дней, поэтому тебе нужно себе восстановить сейчас. Ну, сейчас отлично. Давай. Что давай? 5-6 прыжков и все. Пошли. Да.
Люба, останавливаешь движение, все. Собираешься, а толку мало. Прогнувшись, Ира пошла. Да? И рисуйте носками, девочки. Да, вот так ноги тащите на себя, носки, так, чтобы вы чувствовали... А! Пошли, 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 пошли. Плакать не надо, Люба. Плачут слабые. Ты ищи свою акробатику. У меня нету такого сильно выраженного лидера в тренировке. У меня 10-15 в зале, 20 человек, когда Турищева занимается. И, может быть, вот это мне и дает то, что плохая девочка подтягивается к лучшим, а Турищева смотрит на молодежь. Ведь сейчас маленькие девочки тоже делают у меня очень сложные вещи. Ты сразу разгибаешься. Нет, Наташа, поспокойнее. Натяжение не чувствуешь. Опора, натяжение. Оп! Да. А теперь вот, вот здесь носки мне нужны. Нет, это единица. Я не хочу сказать, что она меня без присмотра. Вне сомнения, я отдаю самое лучшее время ей, самые лучшие мысли ей отдаю. Она это чувствует, потому что если только она не почувствует вот этого тепла в тренировке, то ничего не выйдет. Можно, Люда? Видишь, как ты? Чуть-чуть тебе только. Вот. Ну иди одевайся, Таня, что ты насилуешь себя. Не хочешь, значит, иди одевайся. Значит, сегодня не выполнится. Давай под настроение тренироваться. Подождем, когда у тебя настроение подойдет. Тебе никто так не подскажет, не поможет, как твой тренер, потому что он чувствует, знает уже и мою психологию, и сам чувствует, что нужно именно в этот момент. Когда он стоит, чувствуешь уверенность больше в себе. В 68-м году на первой Олимпиаде тоже, хотя он ездил туристом туда, его вообще не видно было среди зрителей. Первый день видела, а второй день они так сели высоко, что я просто не могла их видеть там. А вероятно, надо было, потому что упала с бревна, может быть, не упала. С удовольствием ходила. Мама меня водила в балетный кружок, любила танцевать, заниматься. Вот. А потом пришел, привели к Саспанчу, он пришел к родителям, поговорил, но не против. И с тех пор вот занимаюсь. 12, она поздно уже немножко пришла. 12, как сейчас помню, зимой занималась, а весной делала этот кувырок, этот злочастный, и поломала обе кости на одной руке. И она подходит со своими крупными глазами. Владислав Степанович, ну то есть думает, что я сейчас раз поставлю, и она будет заниматься. А я думаю, ну вот это натворили мы, а? Потому что тогда ни матов мягких, ничего не было, на полу занимались. Ну и я взял дощечку, положил сюда фанерку, руку перебинтовал, не стал трогать, не стал эти кости трогать в больнице. Загипсовали, и через месяц она пришла ко мне. Правда, рука перевязана, но мы уже, я ее взял на сбор и уже стали прыгать через одну руку в ляки и все. То есть быстро вернулась в строй, месяца два затормозилась. Для меня как-то сложилась вообще моя спортивная жизнь сразу, очень удачно, очень счастливо. Действительно удачно. Она попала в сборную в 15 лет. Тогда, в 1968, они с Любой Бурдой были самыми молодыми в команде.
Капитаном была Лариса Петрик, а комсоргом Оля Карасева. А это нынешняя сборная. Русико Сихарулидзе, Эля Сади, Оля Корбут. И каждая из них могла бы вспомнить, как в самые напряженные дни соревнований они чувствовали рядом плечо друга, капитана и комсорга сборной Люды Турищевой. Ну как делали, я не помню уже. Другая рука. Бам. Две руки. Тайра, правильно. Раз, да две. Бам. Еще разочек руками. Загнитесь. Нина, это не так вот провести рукой, а гнуться назад. Гнуться и переходи корпусом. А это не сразу, а когда ж начинать? Наклон не оттягивайтесь. Толя, хорошо. И... Нелли и Рая, лицо. Кать, полупальцы. Потянулись. Круг руками хороший. Потянулись. Расслабление. И по ковру вот эту кошечку сделайте. Ладошки, ладошки, ладошки. И. Лицо, лицо. А личико? Личико? Так. Или на двух, или на одной ноге. На ногу вставайте. Голову оставляйте в повороте. Пошли. И. Хорошо, Эль. Через несколько лет кто-то другой вот так же придет в сборную. Может быть, эта девочка. Или эта. И тоже станет чемпионкой. А Люда будет тренером. Она, правда, еще собирается поступить в аспирантуру. А это педагогическая практика. Два. Раз. Два. Теперь застыли. Раз. Опорная нога, колено не сгибается. Люда учится на четвертом курсе факультета физического воспитания Ростовского педагогического института. Два, три, четыре. Другой ногой. Раз, два, три, четыре. Теперь прямая нога, кольцо. Прямая нога, кольцо. Другая прямая нога, кольцо. Прямая нога, кольцо. Закончили упражнение. Держим, держим, держим носки и колени. Расслабились, Лариса. Почему носки не роль? Еще раз. Сочетать учебу и спорт это очень трудно. Много времени отнимает соревнования, тренировки. Ну, когда приезжаешь, здесь начинается, как говорится, горячая студенческая пора. Немножко идет спад, разгрузка в тренировках. Это значит, больше времени идет учеба. Здесь целыми днями пропадаешь в лабораториях, где-то отрабатываешь лабораторные, готовишься, сдаешь по индивидуальному плану зачеты.
как обычно, задаю традиционный вопрос. Ну, вот вы бы не хотели, ну, вот как нормальные люди, вот, что в кино походить, там посидеть. Почему-то она считает, по-моему, ненормальным, что мы вот такой образ жизни самый нормальный видим. В этом году был небольшой, как сказать, отпуск, если его так можно будет назвать. Я 15 дней не тренировалась в полную силу, а просто иногда только ходила разминаться. В зале я не появлялась, просто делала дома зарядку. Это было настолько странным. Я, знаете, даже ждала, думаю, когда этот отпуск кончится, чтобы это... Потому что, когда нарушишь ритм жизни, восстанавливать его труднее. Она приходит в зал раньше других не только потому, что соскучилась. Быть абсолютной значит быть сильнее всех. Сильнее каждой, кто хочет у тебя выиграть. А это все гимнастки мира. Значит, надо постоянно что-то придумывать и искать, пробовать, отвергать, спорить каждый день, каждый час. Да, я хочу сказать, что мы вошли в гимнастику очень сложными элементами. Это одна из удач Турищева на всех снарядах. Но гимнастика так бежит вперед, что сейчас, если только не учить еще сложность, то просто мы не только до Канады доберемся, а выступать будет невозможно. Сейчас лучше, да. Сейчас нам надо лучше, но группировку надо не так, да. А как только, оп, я тебе перевернуть не стану. Ты ее подвинул. Алло, сейчас вот лучше надо. Посмотри, Лёд. Просто вот интересно, посмотри. Я чувствую, что нет просто. А, вот. Ну, сейчас был как раз последний луч. Нет, ну смотри, даже в этом положении, знаешь, видишь, не вот это вообще, это просто... Ты же совсем в стойку не выпрыгнешь, смотрите, какие видишь? Потом что, ты ждешь, плечи туда? Да, ждешь, да, потом дальше, потом делаешь. Ведь толчок руками произойдет тогда, раньше, когда ты, это, мостик тебе достанет молниеносно в стойку, тогда руками. Не, ну, ты понимаешь, что нет? Богу молюсь, что получилось. Бог тут есть? Видите, руками ничего, а ноги... Угу, руками здорово, а ноги не это. Это тот же винт, понимаешь? Ну, винт там раз... Ну, знаете, они висят. Значит, не надо прыгать, если ноги сидят. А если уговоришь, надо прыгать. Хоть пока вам гости припрыгнуть. Ты знаешь, что делать? Ты здесь сидишь и лезешь в него. Ну прыгни, Сань, отсюда. А тебе нужно со стойки сделать корпус. Давай, отойди, нужно слушать. Надо слушаться туда.
Здесь, собственно говоря, можно и закончить фильм, героиня которого, комсорг сборной страны по гимнастике, делегат 17-го съезда ВЛКСМ, член Центрального комитета комсомола, студентка Людмила Турищева. Но ведь победа – это только мгновение. И сколько их еще будет, этих мгновений? Мгновение триумфа и годы труда. И в этом году год очень ответственный, год первенства мира в Болгарии, год сдачи госэкзаменов и мои дальнейшие мысли поступить в аспирантуру. Это все, как сказать, в один год и в такие месяцы, когда и соревнования, и сборы, и сдача экзаменов, вот думаю, надеюсь, с этим справиться. Вот буду все время работать с гимнастикой, но я не собираюсь ее бросать. Перед смертью то сделаю зарядку.